всех приветствую. Сегодня с братом выбрались в такой вот пасмурный день покопать сельхоззапчастей, поискать, походить. Уже ходим минут 20, пока особо ничего не попадается. Вот первый хороший ништяк. Типа ступица какая-то выпала. Такая тяжеленькая. Ну, грязненькая. Килограмм, наверное, 15 весит. Тут бубровские просторы. Все запружено. Там еще поля. Погуляем. Если особо ничего не будет попадаться, на развалину потом поедем, там поковыряемся. Продолжаем копать. Перебрались на скошенное поле, на соседнее. Лемешочек. Скребок с замком. Кусок катанки, там мелочевочка какая-то. Еще кусок. Еще скребок с замком и с несколькими полосками. Таз выпал. Но эту баланку показывал. Так, по мелочи. Кое-что оно прибывает. Сейчас это кидаю. Двигаюсь дальше туда. Доехал до брата. У него тут такой ништяк. Вот такой шестигранник. Толстый. На конце сделано такие два зуба, как бы. Это типа ключ для протяжки чего-то. Длиной где-то 1,5 метра. Ну и толщиной довольно-таки толстая. Там она 19. Даже может на 22, не знаю точно. Сейчас попалась это от телеги, от деревянной. И вот эта штука, не знаю, наподобие борт закрывать, может, не что-то такое. Ну, потихонечку попадается. Вот это такая тяжелая. Давай. Потихонечку прибавляется. Короче. Сейчас пойдем туда, на тот край поля еще сходим. Там очень много частей попадало еще. Сейчас хорошенько зацепим. Даже плуг лежал на поле на этом. Это поле покидаем. Попадается такая мелочь. Полоски транспортерные. Скребок. Траковый палец. 75-ка. Какая-то вот латунная штука попалась. Внутри есть сталь. В общем, сейчас окидываю на дорогу. Короче, остановились в таком месте. Вот там старая дорога. Давно заброшенная. На несуществующую уже деревню. Сейчас попробуем по ней пройти. А вот здесь вот такая поляна. Только зашел. Вот брат зацепил обрывок от троса. У меня выпала часть отвала. Почему-то звучал плохо. 19. Обычно отвал лемех звучит хорошо, а тут вот здесь лежал, так-то глубоковато запузырен. Здесь такая поляна, может, здесь тоже когда-то что-то пахали, не знаю. Сейчас будем смотреть. Сейчас вот показывал отвал, вот типа думаю, что это так-то поле, наверное. Вот здесь какой-то сброс нашли, все звенело кругом. Попалась такая деталь. Брат говорит, что это водяная помпа от трактора, я точно не знаю, что это. Тут даже что-то написано. Непонятно что-то. Потом поршень. Пускачевский, наверное. Железки всякие. Вот кольца от бочки. Ведра выпали. Такие какие-то гайки, не гайки, флянцы. Такая. От пускача. Крышка. Не крышка, это душилка. От пускача ручка, вон там тоже заводилка от пускача, вон этот. Шкив тоже, наверное, от пускача. Не, наверное, а это стопудово от пускача, веревку наматывает. Пруточек выпал, такой 1,5 метра длины. Три кольца, ведро. Ну, эту банку откинули, чтобы не мешало искать. Ну так, нормально, кое-что попалось. Вот здесь вот, как бы, кромочка, и прямо вот здесь на кромочке вот так вот раскидано было. Отсюда и вот до туда вот так. Все
все пробил, больше ничего нет. Не знаю, дальше может еще что будет накидано. Не. Сейчас вынесем к дороге. Дорога отсюда вон, где большие елки торчат, вот дорога. В том месте, где показывал отвал, вот накружил лемешочек целый. Скребок раз, скребок два. Полоски, мелочь. Какая-то вот самоварная такая штука тяжелая. Нос от лемеха. Еще скребок. Полосочки. Пять штук еще. Предохранитель. Тут пластины медные. Не знаю, что такое, но какая-то старенькая железка. Такая жестинка. Еще тут что-то было вроде. Ну, короче, по мелочи, но набирается. Такая вот тут низинка. Отвал был вот тут где-то. Там такая чугунка выпала. Она уже снесена в тачку. Это еще вот здесь кружено. Ну, наверное, тоже поле было, потому что видно вот как пахано. Вот тут. Сейчас скребок здесь доставал. Остановились вот на такой пушечке пробежаться. Высоковольтная вот здесь идет. Минут 20 пробежали. Короче, попалось ведро в лепеху раскатанное. Алюминиевая проволока. Что-то такое. Непонятная деталь. Три лемеха. Кусок. Не знаю, что. На трак вроде не похоже. От высоковольтного столба. Такая. И крестовина. В общем, потихонечку прибавляется. Вот этот мелкий металл, но он довольно-таки в весе прибавляет хорошо. Мопед вот тут за канавой на дороге. Сейчас вот зашли на такие фундаменты разрушены. Наверное, какой-нибудь этот, не знаю, скотный двор может был. Да, ну, склад. Может, склад. Короче, чуть побродили. Попался щиток электрический. Два ведра в сохране, даже не ржавые. Какая-то защита, скорее всего, временной передачи чего-то. Такая штука. И кусочек трубы. Все это наверху лежало. Вот так идешь, перегруз ловишь металлоискателем. Кирпичи руками раскидал. Вот ништячки. Вот, вот. Тут есть, короче, вот такой ништячок. Это железный ящик здоровый. Вот. Вот такой. С железа закопан. Но там тут это очень сложно его достать. Так что точно тут остается. Такие тут фундаменты. Конечно, есть сигналы, до которых не добраться. Вот там копали-копали, так и не докопали. Тут не копаешь больше, а этими руками кирпичи перекидываешь. Сейчас окружим еще. Может, еще что найдем. Все уже, короче, приехали к дому. Вот такая загрузочка получилась. Не знаю, сколько получится, но я думаю, около 150. По дороге еще полоску взяли и посветить туда. Почтовый ящик валялся. Старый. В общем, столько получилось.